Долго они мне сегодня канифолили голову, эти лисы. Почти час. Уже стемнело. Все, ходили вокруг около, доходили, ходили, ходили. Никак не решались. Никак не решались. Старая гильза. Никак не решались выйти на приваду. Но потом в итоге пришли сразу вдвоем. Но одна была неудобна, далековато, а потом кривовато и какая-то такая она хитро сделанная вся. Вот. А вторая ничего, нормально так бочком вышла. Но вы все сами видели. Ну и тут уже как бы немножко поснимал, конечно. Честно говоря, замерз. Просидел в общей сложности часа, наверное, под три, прежде чем удалось выстрелить. В принципе, можно было и раньше стрелять. Я когда заходил, они тут ползали возле привода. Но как-то далековато было, и прицела ярко, не сильно уверенно. Вот, поэтому не стал. Пришлось подождать немножко. Так, ну что, где ты тут, подружка, лежишь? Подружка, лягушка. Вот, вижу. Не крупная. В этот раз не крупная лиска. В тот раз лисовин был хороший, здоровый. Но в этот раз лиска не крупная. Ну, зато красивая, симпатичная лиса.